Вот что бы сказали азербайджанскому и армянскому народу, если бы у вас была возможность? У нас всегда есть возможность сказать что-нибудь армянскому и азербайджанскому народу, который висит в интернете. Вы знаете, слов так много накопилось, что когда тебя о таком спрашивают, ты не знаешь, с чего начать, и думаешь, наверное, это будет очень долго и длинно. Одно могу сказать, что ничего хорошего из таких противостояний не получается. Никому радости это никогда не приносит. Жалко детей. Детей, я имею в виду, 18, 20, 30 лет. Да. Для меня это дети все. Жалко, что они гибнут. Очень. И по глупости. Это глупая гибель. Мы за мир во всем мире. Война – это плохо. У меня есть друг, ну, был, наверное, поскольку после того, как я стал рассказывать ту правду, которую я рассказывал ему за столом, когда я стал рассказывать ее открыто, наши отношения, конечно же, прервались. Вот. Его зовут Армен, зять покойного Боки. Он рассказывал мне одну историю. Они беженцы, они из Баку уехали незадолго до того, как начались все события, там, в 90-м году или в 89-м, то есть, ну, до того. И с одним своим другом детства они не виделись многие годы. И я вот сейчас точно не помню, 15 или 20 лет прошло с того времени, когда они не виделись, расстались. И вот они встретились, и он рассказал это. Он, я видел, что он прямо, у него эта сцена перед глазами стала. Он говорит, мы долго стояли, выросли вместе. Он азербайджанец, а мой друг армянин. Вот. Мы стояли и плакали. Плакали метрах в пяти друг от друга. И не подходя друг к другу. И не уходя друг от друга. Вот встретились. И стояли, и ничего не говорили. Он говорит, ничего невозможно было сказать. Но и не помнить то все, что было хорошее все детство, юность, молодость. И вот стояли и плакали. И что можно сказать потом? Потом ничего нельзя будет сказать, можно будет только плакать. Но хорошее это было. Было же очень много хорошего. Я надеюсь, что оно вернется. Дай Бог, Филипп, чтобы не было войн. Соседи не должны друг с другом воевать. В конце концов, все мы люди. Обязательно посмотрите следующие ролики, они не менее интересны.